Приглашаем вас в Лондон на красавец стадион Emirates. Для вас сегодня работает привычная пара комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. Не все сегодня остались с семьями дома. Кто-то проводит Рождество в большой футбольной семье. Сегодня Арсенал сыграет против Уэст Хэма. Добро пожаловать в Рождество! Всех с праздником, дорогие друзья! Поздравляем! И сегодня смотрим по-настоящему праздничный футбол. Удивительная атмосфера, конечно, на трибунах. И вот эта традиция играть в футбол в рождественские праздники, она мне очень нравится. И чисто сыграно. Майкл Антони. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Ля Казет. Смотрим начало атаки. Ля Казет. Очень здорово прессингуют они. Эдегор. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. В центр штрафной мяч с углового летит. Какой удар головой. И успевает голкипер среагировать и забрать этот мяч. Хороший момент был, чтобы забить первыми в этой встрече, но они его не использовали. Как здорово он мяч отдал. Ай да вратарь, браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар и действительно это классное спасение. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. И пробил он поворотом. Вратарь не дает забить. Уверенно спасает свою команду. Он подает в центр штрафной. На вынос играет защитник. И что дальше тут будет? А как насчет навеса здесь? Опасно! И есть блок. Эдегор. И ближе к воротам игра переходит. Томас Партей. Тут ничего опасного. Вратарь тоже так решил и поэтому был максимально спокоен. Арсенал атакует. Но не получается как-то развить этот эпизод. Теряют они мяч. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Гранит Джак. Эдегор. Сака. Ходит мяч у них. Подача. Чей мяч будет? Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Высоко они играют сейчас и мяч перехватили. Уходит он от защитника. Нужно выходить вперед. Бей! Надежно играет вратарь. Мичел Антонио. Немного сзади есть игрок. На него идет навес. Теряют они мяч. Томас Партей. Не удается его остановить в защите. Навешивает в штрафную. Опасно как!
Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Влашич. Аарон Кресвелл. Мичел Антонио. Есть удар! Вратарь без проблем забирает мяч. Эдего. Гранит Джак. Тут контратака может получиться. Неплохо сейчас Арсенал контролирует мяч. 1 минута добавлена к основному времени матча. Первый тайм завершен. На табло нули. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Крейг Доусон. Вест Хэм флангом атакует. Свободная зона там есть. На дальнюю штангу навес. Нет, не получается навес. Все-таки вратарь смог первым добраться до мяча. Здорово отдал на ход. Что-то может получиться. Это удар. Так, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Влашич. Крейг Доусон. Ну кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику. Ля Казет. Смотрим начало атаки. Ля Казет. Пробить бы! Мяч отбит, можно играть. Мичел Антонио. Неплохо сейчас Вест Хэм контролирует мяч. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Он накручивает соперников одного за другим. Это гол. Причем гол в пустые ворота, потому что вратарь отошел, видимо, куда-то по своим делам. Сказки конец. А ведь мяч, казалось, никакой не хотел идти в ворота. Можно сколько угодно ругать защитников, но в этой ситуации голкипер не выиграл. 1-0. Сейчас будет веселее. Сака. Томас Партей. Очень грубо в отборе сыграно. Желтое тут может быть. Спорить тут никто не будет. Чистая желтая. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить напора, страсти, скорость. Последние 15 минут соперник Вескома выглядит гораздо интереснее. Соперник сейчас больше владеет мячом, но до каких-то решительных действий пока что дело не доходит. А скрыть оборону такого организованного соперника задача далеко не из легких. Хорошо блокирует удар. Шумят, шумят трибуны. Сейчас нужно Арсеналу забивать как можно скорее. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Контратака продолжается. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Влашич. Майкл Антонио.
Очень неточно. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Томас. Гранит Джак. Александр Лаказет. Отличный чистый отбор. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать. На желтую он сейчас подкат исполнил, на мой взгляд. Игрок получает предупреждение. Заметьте, он даже не спорит с арбитром. Довольно далеко до ворот, но он все-таки решается на дальний удар. Все просто, вынос. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. На Эмирейтс сейчас очень хорошо слышно, как болельщики не хотят проигрывать и гонят свою команду вперед. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Совсем немного времени остается у нас в матче, и Арсенал идет вперед. Хотят они сравнять счет. Вот так, ничья перед самым финальным свистком в лучших традициях жанра. И есть еще время, чтобы совершить еще одно чудо. Сравнивает счет Арсенал и делает это в концовке матча. Поражение их явно не устраивало, они шли вперед и своего в итоге добились. И еще есть время, чтобы выиграть. После ответного мяча у нас 1-1. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Все, ушел мяч за пределы поля. Удар от ворот. Готов тренер замену сделать. Томас Партей. Мартин Эдегор. Судья решил добавить 3 минуты. Александр Лаказет. Ударище! А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Классный удар получился, очень сильный и точно он пробил, да еще и с такой дальней дистанции. Расстояние немного, наверное, смутило вратаря, который не смог справиться с этим ударом. После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. И все, главный судья дает финальный свисток, Вест Хэм терпит поражение. Поражение это всегда неприятно, а вот такое еще и оставляет очень много эмоций после себя. Разница всего в один мяч, казалось бы, доработай там, пробей лучше там, и вот она ничья, но это уже не в этом матче. Он может быть доволен своей игрой, здорово сегодня помогал команде. Думаю, что он уже на всех спортивных сайтах красуется в полный рост. Забить решающий гол под занавес матча – это бесценно.